мы сейчас будем, наверное, в городе прыгать, а летом будем со скалы 97 метров. Круто! Вот там круто, но придется на пару дней ехать. Так, держи, можешь себя поснимать пока. А можно? Хочешь, делай. В какой стороне, без разницы, палкой, да? Палкой меня не бей, да. А, ну ладно. Так, давай, пока спиной повернулась. Страшно. Ты же не смотри вниз. Так, трясти? Маш, я держу тебя. Господи, я уже не хочу. Нет, хочу, но... Можно лицо вперед или спина туда? Нет, лицо вперед. Правую руку вбирай. Правая. Давай, бери камеру. Камеру нет. Подождите. Перчатки. И смотри вниз, смотри на горизонт. Ага. Смотрю, смотрю. Слушай мой голос. Она точно не камеру выпадет? Вот я боюсь, что она выпадет. Снимай 120 градусов, перед собой держи. Слушай, перед собой держи, и как можно держать перед собой, когда ты прыгаешь? Я говорю, вниз не смотри, куда смотри. А куда прыгаешь, что, куда смотреть? Вот, березы. Да, нет, кучка берез. Везде березы, везде кучки. Там, вон, вот, пролезай. Вот, вижу. Прыгаем на него. Да. Нет, нет, веревку. Еще раз, нет, еще раз. Никто не толкает на веревку, левой руке. Левой руке. А ее отпускать? Нет, не отпускать. Не отпускать? Вообще, и внизу не... Ну, то есть, во время прыжкания отпускать, да? Да. Ага. На экзите. А, так, стоп, сейчас еще спрошу. А, прыгать вон на те березы, да? Да, прыгаем вон на те. Вот. Вот, березы. Так, еще что нужно лучше сделать? Лучше по возможности оттолкнуться как можно дальше вперед. Оттолкнуться, да? Смотреть вперед или куда смотреть? Куда смотреть? Смотреть на горизонт. На горизонт. Вон домики какие-то. Вниз не смотреть, да? Вниз не смотреть. Палка точно не выпадет. Палка не выпадет, даже если выпадет, ничего страшного. Лучше прыгаем по команде. Раз, два, три, нет, пошла. Нет, она пошла, ты прыгаешь, я не буду просто рассказывать. А, ага, можно еще 30 секунд, да? Да, конечно, можно. Я вообще советую, давай я тебя отпущу. Ты постоишь сама, привыкнешь к высоте. Да, да, да. Давай. Там нету ни монстров, никого, никто тебя не сделает. У меня руки трясутся. Нормально, что руки трясутся? Конечно. И голова. Абсолютно нормально. Страшно. Страшно. Угу. Самоубийца вообще чокнутый. Лучше я на себе, наверное, резать. Ну вообще, нет, не знаю, что лучше. Но лучше, да, все равно лучше. Так. Лучше мне жить. Нужно. Ну да, ага. Так, мне нужно прыгнуть как можно дальше, оттолкнуться, посмотреть на все березы, вниз не смотреть, не уронить камеру, камеру перед собой держать. Это постоянно в руке, да, держать? Да, и камеру держи, и веревку держи. Ага. А когда я буду лететь, тоже держать веревку, не отпускать. Да, да. Ты все сделаешь интуитивно, скажем так. Да, вдруг у меня чокнутый организм какой-нибудь. Отлично, у тебя организм, раз ты до своих лет дожила. Да? Конечно, абсолютно нормальный и здоровый. Ладно, так. Ну, рука устает, наверное, надо прыгать уже. Ты можешь, знаешь, разные ракурсы, можно развернуться, можно сверху поснимать, сесть снизу, да. А она снимает или фоткает? Да, снимает. Снимает? А не фоткает? Нет. Ну, можно сделать фото из видео. Нога не поднимается. Сейчас еще 5 секунд. Долго не стой, страшнее будет. А можно я вот так вот облокочусь просто? Ну, вообще, а то нога не умеет. На 5 секунд это не похоже. Да, 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 надо это. Готово? Раз. Два. Три. Пошла.
Ааа, мамочки! Ааа, жесть! Ооо!